Высшая мудрость различает добро и зло. Привет, это Даша, и я сегодня снимаю такое анкетное видео. Тема у него такая музыкальная, и меня осалила этим видео Александра. Все ссылки я оставляю внизу, как всегда, с вопросами. И понеслось... маленькая предыстория, просто настоящий человек... Музыкальный автомат прозвучало странно. У меня под каждую ситуацию какая-то мелодия воспроизводится в голове, но не моя собственная, а которую я где-то уже слышала. Поэтому у меня достаточно такой большой кругозор в плане песен. И понеслось. Первый вопрос. Песня, с которой у вас ассоциируется детство. На самом деле такой песни нет. Это просто тупо любая песня из любого советского мультфильма, либо фильма. Дальше. Песня, которая напоминает вам о близком человеке или родственнике. «Черный ворон», но она напоминает не сама по себе, а заочно. Просто я от мамы знаю, что эту песню очень любил мой дядя по ее линии. И, соответственно, у меня она с ним ассоциируется очень прочно. Песня, которая связывает тебя и лучшего друга подругу. Вы будете смеяться. Эта песня меня связывает с моей коллегой, бывшей напарницей. Она меня на нее подсадила, и когда одна начинает любую строку буквально из этой песни, остальная. Такая тут же подхватит, в такой степени мы эту песню прямо там... Мне неловко в этом признаваться, но эта песня Нагана называется «Бутово». Ну вот так уж вышел. Следующий вопрос. От какой песни у тебя мурашки по коже? Однозначно, это песня «Журавли». Мне кажется... Порою, что солдаты, ну и так далее. Под какую песню ты чувствуешь себя клёвым? Ну, не совсем клёвым, но когда какая-то конфликтная ситуация, да, такая настораживающая, у меня в голове включается песня из кинофильма «Лимонадный рот», называется она «Ну, кто первый на нас?». Ну, послушайте это. Занятная песня, достаточно. Какая песня у тебя ассоциируется с Новым годом? Конечно же, это из кинофильма «Песня «Снежинка». Какая песня вызывает у тебя улыбку? Пожалуй, это песня «Ночной дозор» группы Ума Турман. Кажется, песня так называется. Я могу ошибаться. Какая песня идеально подходит для занятия спортом, мотивирует на спорт? Никакая. Но когда я слышу индийскую музыку, в которой звучат барабаны, это очень важно, барабаны. Даша не может не начать танцевать, поэтому если спорт это танец, то... Ой, если танец это спорт, можно перечислить, то вот такой ответ. Какую песню часто напеваешь себе под нос? «Ода не вечер». Что-то я вот тебе сейчас сказала, и не могу сообразить, не могу вспомнить слова даже. Хотела сейчас напеть. Сейчас у меня почему-то прорывается в голове, я ехала домой. Ну, знаете, я ехала домой, душа была полна, нелепых для самой себя каких-то мыслей. Ну, что-то такое. Кто передал тег, как говорится, кому передаешь ты? Ну, я уже сказала, что осалила меня Александра. Передаю я... Мне достаточно сложно кому-то передать, потому что, мне кажется, уже многие отсняли видео аналогичное этому. Поэтому... Эй! Все, кто не снял еще такое видео... Я передаю его вам.